«Свет лучезарного ангела» – это продолжение международного фестиваля «Лучезарный ангел», в рамках которого проводятся встречи создателей фильмов со зрителями и демонстрируются лучшие кинокартины. На протяжении нескольких дней зрители смогут увидеть разнообразные анимационные, художественные, документальные и короткометражные фильмы. Одним из первых тамбовчане посмотрели художественный фильм «Робо». Его представил главный герой, актер Даниил Муравьев-Изотов. Вообще, я очень рад, что вообще существует подобный фестиваль, и это очень здорово, что он показывает зрителям замечательные фильмы, и я рад был участвовать в этом фестивале. И фильм «Робо» — это очень хорошая, добрая семейная картина, где я принимал участие вместе с моим партнером-роботом. Ну и получается, это было очень здорово, и я думаю, что маленькому зрителю понравится, потому что, возможно, он найдет в моем персонаже какие-то нотки самого себя. Фестиваль продлится до 23 мая. Кинопоказы и мероприятия пройдут на различных площадках. В Тамбове ими станут КДЦ «Мир», актовый зал Тамбовской духовной семинарии, кинозал на Степана Разина, краеведческий музей, а в Мичуринске – кинотеатр «Октябрь». Вход на все сеансы свободный.